Пресс-центр retail.ru на выставке ProdExpo 2021 продолжает свою работу, и у нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, и какую компанию представляете? День добрый, меня зовут Помзнова Мария Михайловна, я представляю компанию Archida Product. На данной выставке мы присутствуем впервые. Очень хотим познакомить посетителей выставки с нашей продукцией. Расскажите, какой у вас ассортимент, что вы нам привезли? Мы занимаемся производством хлопьев, каш и муки. А где у вас производство, где вы покупаете сырье и так далее? Все нам интересно. Территориально мы находимся в Волгоградской области, поселок Фролово. Отлично. Мы видим очень яркие, красивые коробки. Может, расскажем, что-то из этого ваша новинка или какие-то уже проверенные годами продукты? На самом деле наш завод работает с 99 года. В 2005 году в нашем заводе было поставлено импортное оборудование. То есть мы на этом рынке достаточно давно, и наша доля порядка 5% производства данной продукции. Да, данная линейка впервые представлена, скажем так, потребителям. Это премиум-сегмент в современном дизайне, в яркой, привлекательной упаковке, что однозначно должно понравиться нашим потребителям. Ну и, соответственно, с неизменным качеством. Что вы ждете от нашей выставки? Вы хотите расширить свои профессиональные контакты и еще более широко представиться в ритейлах или подписать, может быть, еще с кем-нибудь контракт на поставку сырья, может быть, какие у вас преследуются цели? Ну, однозначно цель, которую мы преследуем, как, наверное, любая компания, которая представлена на этой выставке, это расширить свою зону присутствия, присутствие продукта на полках. Вот. Поэтому мы, конечно, хотели бы заключить новые контракты, встретить новых партнеров, которые еще не знакомы с нашей продукцией, и познакомиться на этой выставке с ней, и будут готовы с нами сотрудничать. А мы пожелаем вам удачи и надеемся, что такой красивый и полезный продукт найдет место в сердцах и в желудках наших конечных покупателей. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое.